Привет! Этот видеоурок я посвящаю макияжу губ. На днях я выложила фото в Инстаграм с галактическими губами, и многие спрашивали, что это за помада? В общем, я, недолго раздумывая, решила снять видео. Для этого мне понадобится сегодня черный карандаш и блестки. Ну, давайте начнем. Сначала я беру любимый бальзам для губ. Он у нас будет за основу. А нужен он для того, чтобы карандаш хорошо ложился на губы, а также можно было прикрепить на него блестки. Теперь можно переходить к черному карандашу. Сперва я рисую контур, то есть будущую форму губ. Я немного выхожу за натуральный контур, чтобы сделать губы чуть-чуть пухлее. Затем полностью их закрашиваю. Растушевываю и заполняю цветом. Также параллельно делаю четче контур. И да, не забывайте об уголках губ. Это немаловажно. Они должны быть хорошо закрашенными, чтобы не терять красивую форму. Так, половину мы уже сделали. И теперь я буду наносить блестки. Хотя нет, подождите. Перед этим я хотела бы поменять линзы. Да, данная процедура выглядит не очень. Знаю, но по-моему результат неплохой. Какие же линзы теперь оставить? Красные или зеленые? Красные или зеленые? Как же сложно. А вы знаете, пусть будет так. Так ведь тоже неплохо, да? Возвращаюсь к блесткам. И теперь вбивающими движениями наношу поверх карандаша. Видите, благодаря бальзаму для губ они хорошо держатся и не осыпаются. Наношу слой за слоем, пока не добьюсь голографического эффекта. Поправляю блестки и под конец аккуратно вдавливаю блестки, чтобы они легли одним красивым слоем. Мне кажется, что этот образ хорошо дополнит небольшая родинка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось видео. Как по мне, это очень необычно и ярко. А самое главное, вы можете создать собственную голографическую помаду. Воплощайте свои самые сумасшедшие фантазии в реальность. Желаю вам хорошего дня. Люблю, обнимаю. Пока!